С Павлодара, понял, понял. Привет, привет. От легка-то всем привет. Спасибо, спасибо, вам приятного просмотра. Я не увидел просто. Ждите письмо из Хогвартса, да. Да надо, надо. Я думаю, этого сразу можно, да, убить сходить. Вот так вот. Он еще пока не успел тут особо обжиться. Так, отсюда. Так, что еще тут можно нам? Угу. Вот так вот. Оп. Ну и, наверное, обратно, да, наверное, стоит пойти. Так, я хочу звуки старые сделать, сек. Звук, ход игры, звуки оружия. Вот, наследие. Во, имба. Другое дело. Ты с Эмкой сыграть? Или с Берилом? Даже не знаю. С Аугом. Надо наигрываться с Аугом, потому что Ауг скоро понерфит. Давай, выходи с дробашом своим. Я видел просто, что он с дробашом, блин. Дробашмен. Почему так часто пропадаешь? Что, я? Да не, все, я говорю, я все настроил, еще стрим пока пересоберу завтра, и все, и типа будет прям фулл стабильные стримы. Короче, фулл все стабильно будет. Ролики стабильно, стримы стабильно, в общем, качество стабильно будет высокое, поэтому все норм. Оно надо было сделать так. Ну это, знаете, вот замечаю, есть какая-то трудность, ты через эту трудность проходишь и думаешь, да нахрен я все это начал, а в итоге приходишь потом к чему-то лучшему. Ну это так работает. Тебе, знаешь, как будто бы какое-то вознаграждение прям вот потом. А у людей, у которых все просто, в принципе, ну, стабильность тоже хорошо, но, не знаю, лучше стремиться к чему-то лучшему. Тем более, такие ошибки делают еще и сильнее. Ты потом будешь более устойчивее к ним. К проблемам. Ничего себе. А что он тут встал? Не так ли? Я тебя, Игна, чаще вижу, чем себя в зеркале. Ну это ладно. Вилмак в трупе я взял. Привет, Мэри. Сейчас все настроил, сейчас есть четкий план снова, все нормально. Завтра, я просто, видите, вот, тут начал комп пересобирать, очень много хлопот с этим случилось, вот, потом еще кое-что там, тоже неприятно, не буду об этом говорить, вот. Потом стал пересобирать стрим ПК, уже все там достал, и в итоге узнал, что блок питания не подходит. Вот, в итоге думаю, блин, ехать за блоком питания, короче, плюнул, все обратно собрал, как было.
Вот завтра схожу, куплю блок питания. Ну и все, и норм будет. Ну, типа, да, я же новый комп купил, там со сборкой хрень была, плюс охлаждение я купил, оно там, ну, не вставало сначала, потом я там его поставил, и там вообще просто сразу практически в тротлинг ушло все, и в итоге, опять же, минус, что я кого-то с чата послушал. В общем, нельзя вообще никогда слушать кого-то с чата. Нахер. Я еще думаю, блин, я еще в телеге типа писал, что я не понимаю, как может быть вообще так, что вот тут радиатор, да, такой здоровенный просто, и тут в два раза меньше радиатор, и он охлаждает лучше. Типа этого, ну, не должно быть так вообще. В итоге, вот, как-то так. Так и получилось, блин. Что я оказался прав. Что мой Arctic в разы лучше охлаждает 14900, чем LS720. Но LS720 я как раз таки в стрим ПК запихну. Типа, все равно не зря купил, ладно. Ой, Hollywood Bob этот, это вообще капец. Не забывайте про лайки, ребят. И кто в чате сидит по КД, ребят, можете тоже про лайки писать, потому что, ну, действительно, я не хочу закрывать этим опросником половину чата. Но это работает, так реально люди лучше лайки ставят, но я не хочу. Потому что... Чи! Там что-то у вас проблемы какие-то с закрытием этого опросника, поэтому... Как-то так. Лучше уж самим поставить. Чтобы у вас чат там ничего не захламляло. Спасибо. Ну, хорошо, когда хорошо заканчивается. Ну, это опять же минус нервные клетки, блин. Когда у тебя что-то не получается, и ты думаешь, блин, а тебе еще вроде как стрим запускать. И... Ну ладно, это как бы стримы там. Так скажем. Ну ладно, я вам только про стримы и расскажу, по идее. Просто... Ну, как я говорю, то, что... Все сломано, а тебе надо еще стрим запускать. И ты запускаешь, непонятно, у тебя нормально или ненормально. У тебя там, грубо говоря... ну, все хрень. И ты понимаешь, что... Ну, тебя либо так вести, либо хз. И ты сидишь, у тебя хреново настроение из-за того, что ты думаешь во время стрима. Как тебе все наладить, как все сделать, потому что... Типа тебе, ну, время потом тратить тоже не особо хочется, и ты во время стрима об этом сидишь, делаешь. Из-за этого немножко стримы, ну, такие тухленькие были. Вот. Сейчас все наладилось вроде, и поэтому снова все норм. Ездим, убиваем, делаем контент. Ярослав, приветствую. Так, мне нужно, значит, вот это. Че, вот это, наверное, да? Оп, вот так вот. Оп. У него МКшка была, шалеть. Но МКшку я заберу. А, у него по щечке нет, нет. Эх. Грустно, конечно. Ну ладно. Без по щечке, норм. Думаю, заберем у кого-то, да? А нифига зона куда ушла? Ну да, но это опыт, я имел, что могло быть и хуже. В итоге блок купишь и будет лучше, чем было. Ты просто ответственный человек. Вот так и реагируешь. Ну типа, если бы мне было пофиг, я бы просто запустился, да и все. Не хотел бы что-то лучше бы сделать. Там, ну, для вас, грубо говоря. Я же... Мне-то как бы все равно, я там могу и качество хреново сделать.
Спасибо огромное за эпизод. Ой, ты, блин. Я бы мог просто качество говно сделать и играть бы, и нормально было бы все. Но мне хочется, ну, сделать как бы все лучше. И поэтому... Вот так вот. Я надеюсь, он меня не прочтет. Спасибо огромное. Спасибо за 500 рублей. Спасибо. Не представляю, как можно научить. Привет, нуб, игрока научишь? Привет, нуб, или ты нуб? Типа? Или я нуб? Кто из нас нуб? Не понял. Тут нужно уточнение просто. Я готов научить. Мэгги, адиу. Па-па-ра-па-пам-пам-тын-тын. Классная песня. Что-то в голове, походу, на сегодня заезд у меня. Мэгги. Это из какой-то рекламы, по-моему. Я надеюсь, пощечка есть. Есть пощечка? Есть пощечка. Отлично. Ой. А чё это мы встали? Пула сорса. Я нуб. Привет, Алексей. Кто петь меня научит, ребята? Есть такие? Есть пивуны в чате? Кто прям шикарно поет? Мне нужно, короче, английский потянуть и петь научиться. Стопы нафиг, ты чё? Ничего себе. Как? Эй! Эй, стой! Стой! Открываем академию по обгоению. Стой! Набираем состав тренеров и ставим ценник за курс тренировок 1000 рублей час, и все. Мы в шоколаде. Чур, я буду старшим тренером. Ошалеть ты придумал, Артур. Спасибо огромное. Спасибо за соточку. Нормально, нормально. Школа PUBG, типа. Блин, а нифига тут просто охренеть, что происходит. Жестко что-то. Ошалял. Вон чел тут. Сейчас выйдет, смотрите. Прости, дурак. Прости, дурак. Да прости, дурак. Я не хочу. Все. Ушатан. Почему бы тебе не создать свой клан? Жесть какая, что происходит просто. Что за катка сумасшедшая? Капец. Дарт Вейдер, спасибо за 200 рублей. Спасибо огромное. Ошалел. Ой, ё-моё, я под кого-то открылся. Не школа, а академия. Понял, понял. Охлаждение поставил Arctic Liquid. Да, он самый. Это самый жесткий сейчас охлад. Из не кастомного. Дальше уже только кастомка идет лучше. Спасибо огромное, Дарт Вейдер, спасибо. От души. Так. В голову попал. Так, что у меня? Он мне тут проткнул, да, все колеса. Ёкарный бабай. Ну, вообще, мне надо куда-то бы. Но мне надо этого убить, по идее. Это все, что мне нужно. Кто-то будет смотреть.
Все. Подгадал, да? Нормально. Поймал. Ёперный театр. А куда? Да стой. Стой, да ты чё, блин, проезжаешь-то мимо? Разворот, поворот. Разворот. Е. Развернет, по-любому. Он не сможет дальше уехать, я пошел его убивать. Если задние баги пробиваешь, то все, это типа можно добивать эти. Там чел не сможет никуда уехать. Все, видите, ее разворачивает сразу как. А вот и чел лежит. Ой. Нормально попал по нему. Ну ладно, го, этого подлутанем немножечко. Вот еще в поле какой-то кто-то бегает. Так, у этого что есть? Возьму компенс. Вот так вот все это заберу. Оп. Паешечки нужны тоже. И все, больше ничего не надо. Let's go. А вот и все. Что, двадцаточку потную делаем? Ну так-то нормально мы тут поддрайбали, да? Ну прям плотно. Единственное, уже было бы 15 фрагов, скорее всего, если бы... Того чела я бы просто выстрелил, а не стал смотреть и прикалываться. Ну, какой-то, типа, я не знаю, он, видимо, кнопки перепутал или что? Типа, он не мог просто пересесть на соседнее сиденье или что с ним там случилось? Не знаю. Но бывает такое иногда из-за паники, скорее всего. Так, этот чел у меня по-любому сидит в этом. А, вот он. Или это не он? Не знаю. Может, это не он. Но если это не он, хотя тот чел подкрадывался куда-то сюда, да? Значит, наверное, он все-таки. Давайте закинем сюда вот такую вот бодрую. У-у-у! Я ее чуть не перегрел еще. Ну, опять хейтеры скажут ВХ. Ну, типа, это логично, что чел подкрадывался. Скорее всего, этот чел был вот здесь вот. Он увидел, что чел забегает сюда. И решил просто подойти. Ну, я так понял. Ну, скорее всего, это так и было. Хейтеры скажут ВХ. А я буду летать. Нифига я там хаешку чуть не перегрел, но у меня чуть в руках не взорвалась бы. Так, ну и где кто? Я вижу дроп. А у дропа вроде никого не вижу. Что скажете? А, ну у меня есть, в принципе, третья каска, мне не надо. Беспан брать. Да? Лучше уж убить кого-то. Можно, кстати, нормально. Фрагов 19. А если мы еще всех убьем, то можно и больше сделать. Главное понять, где есть кто. Главное это наличие информации, ребята. Йоу. ВХ, а. Спасибо. Спасибо за соточку. Йом. Откуда? Сзади. У меня тут где-то еще болтовочник. А, вот он все увидел. За деревом, за этим. Блин.
что нахрен? Чего? Кого? Окей. Nice. У меня где-то сверху остается. А, так это что? Мы можем двадцаточку настрелять? Найс, nice, надо делать. Надо делать двадцатку. 18 это не предел. 18 не пердел. Все, ласт остался. Уф. Ну такая бодрая, да, получилась каточка, не? Хорошие, там оставляйте комментарии, напишите, что там, читак, не читак, как вы это обычно пишите, любите писать. Ну вот эти вот бездари, которые чел все видит, у типа нет вообще отдачи, а поставь, пожалуйста, камеру на руку, мы хотим посмотреть, поставь, пожалуйста, камеру на монитор. Все эти стримеры играют с читами. Короче, вот можете то же самое писать. Пох, нормально. Поэтому я уже привык к такому. Я уже к такому привык. Можете что угодно писать. Главное, что-то напишите. Ну и лайк не забудьте поставить. Комментарий там какой-нибудь. Лайк. Подписаться можете даже. Блин, а где чел последний? Не, если я сдохну, я все равно выложу. Ну это так, знаете, затравочка такая. Кто будет смотреть потом? Такие хоп. А, так он все равно выложил. На, в харю. Может быть, его хаешечкой вот такой вот взорвать? Смотрите, попаду, не попаду в это окошечко маленькое. Не, отсюда я точно не попаду. Это нереально. Но зато я могу вот так вот сделать. Он вниз ушел. Теперь без каски уже. Не, не умирай, пожалуйста, от зоны. Ну все, это двадцатка точно моя. Поставь камеру на кухню, в туалет. Да-да. Не, нормальная катка, бодрая получилась вообще. Надо посмотреть, как мы этого с хаешки убили, чувака. Надо посмотреть. Создавай свой клан, елки-палки. А, елки-моталки. Так и назвать? Елки-моталки. Там все не влезет. Не забывайте лайки ставить, друзья. Чего вы сидите, как эти, как в гостях? Чувствуете себя как дома. 200 он стрелял, нормально. Пойдет. Пойдет. Че, го, посмотрим повтор, получается, да, с этим типом. Го, посмотрим повтор. Как мы этого с глайдера убили, чувака. Саур, смотрите, посмотрел, как я играю, тоже захотел поиграть. Вот, мне вот этот момент интересен, капец. Так, сек. Вот этот момент. Так, я поворачиваю, спотаю его, вот он типа хоп за дерево, я такой говорю, ага. Вот он тут. Я почему-то думаю, что он там за деревом. До сих пор. Он, короче, побежал. Поняли? Он, короче, уже убежал оттуда. Вон он бежит. А я даже этого не видел, что он убегает. Я только потом заметил. Я думаю, ладно, хаешку типа закину. Вот, достаю, расчехляю хаешечку. Думаю, за дерево кину. Потом вижу, что он тут бежит. Думаю, ну ладно, хер с ним, короче. И кидаю его туда. Хоп.
полетела бодрая, полетела. Бодрющая, бодрящая полетела. Нифига я куда ему закинул. Я ему прям в лицо закинул ее. Как она так упала вообще? Она просто в лицо ему реально в рот залетела. Шалява просто конкретная.